Всем поклонникам простой домашней выпечки хочу предложить запомнить и повторить этот классный вариант, как приготовить сумасшедший пирог. Минимум ингредиентов, простой процесс и потрясающий итог. Рецепт этого шоколадного пирога позаимствован из американской кухни. Простые и недорогие ингредиенты уже через 45-55 минут превратятся в пышный и пористый бисквит. Подавать пирог можно сразу или дополнив его глазурью, фруктами, кремом. Мука 3 столовые экона. Какао 1/2 столовые экона. Сахар 1,5 столовые экона. Ванильный сахар 10 грамм. Сода 1 чайная ложка. Растительное масло 3/4 столовые экона, рафинированное. Вода 2 столовые экона, примерно. Количество порций 10-12. Первым делом включаем духовку и разогреваем ее до 180 градусов. Подготовим все необходимые ингредиенты. В глубокую миску просеиваем муку и какао, тщательно перемешиваем. Добавляем сахар, ванильный сахар, соду. Вливаем растительное масло. Добавляем воду. Сначала вливаем стакан, потом вымешиваем и постепенно добавляем остальную. Тесто должно получиться в меру густым. Выливаем тесто в форму и отправляем в духовку на 40 минут. Готовность пирога проверяем спичкой или зубочисткой. Я дополнила сумасшедший пирог шоколадной глазурью, растопив шоколад со сливочным маслом. Приятного чаепития!